смерти моей хочешь? Живым его брать? Всем ясно? Отойди. На счет три. Раз, два. Взять его! Подвожу итог. В 8 утра у вас ввели 20 кило порошка, в 9 вы узнали, кто был похититель, и отправились за ним. Сколько вас было? 12 человек. 12. А в 7 вечера возвращаетесь пустыми руками. Все верно? Мы 100 раз могли его шлепнуть, но тебе он уже живой. Что ты несешь? По-твоему, это я виноват? Я не это хотел сказать. Он такой... скользкий, как мыло. Скользкий, как мыло. Да. 50 франков за грамм на 20 килограмм. Итого у нас получается 1 000 000 евро. Дорогой кусочек мыла. Ну что ж, я с нетерпением жду ваших предложений. У кого есть идеи? Нет, не надо! У меня есть одна идея. А, К2. Замечательно. Я слушаю. Так как это Лито стырил наш порошок, пусть он и платит. Это не идея, а здравый взгляд на вещи. Стой, подожди! Я жду. Его сестра Лола работает неподалеку в гипермаркете. Мы возьмем ее, и он сам к нам явится. Можешь, когда хочешь. Приведи ее.